стремился познать окружающий мир, его закономерности и тайны. Это упорство заложено в нем самой природой. Возможно, открытие и есть наше предназначение. И эта сила дана нам, чтобы менять мир. Исторически цивилизация возникла на Земле на основе преобразующей деятельности человека и общества. Ничто не изменяло так сильно быт, жизнь, окружающую природу и мышление человека, как развитие науки и техники. Это стало доминирующим фактором на современном этапе развития человечества. Наука и техника раскрыли величие человеческого разума, изменили мир и представление о нем. На современном этапе прогресса, в условиях внедрения новейших технологий, человек обладает уникальной способностью и возможностью на высшем уровне материализовать свое мышление. Цивилизация не смогла бы существовать без постоянного прогресса, без новых изобретений и открытий. Научно-технический прогресс позволяет решить все ключевые проблемы современного общества. Экономические, энергетические, политические, экологические, информационные. В современной Беларуси развитие технического прогресса неразрывно связано с БНТУ. Ученых университета создаются предприятия, внедряются новые технологии. Энергетика и архитектура, приборостроение и робототехника, металлургия и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство гидроэлектростанций и мостов, овладение техническими профессиями позволяет перспективным молодым людям реализовать себя в мире точных наук, внести свой весомый вклад в дело технического прогресса. Решение этих сложных задач направляет свою деятельность Белорусский национальный технический университет. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Белорусский национальный технический университет. Мир непрерывно меняется, становится все сложнее. Стремительное развитие науки и технологий требует непрерывного обучения, постоянного совершенствования человеческих способностей и профессиональных навыков. Беларусь по праву гордится национальной системой образования, которая дает фундаментальные знания, гарантирует высокое качество общенаучной и профессиональной подготовки, воспитывает достойных граждан своего отечества. Преодолев вступительные испытания, вы стали студентами ведущего технического университета Республики Беларусь, крупнейшего образовательного и научного центра, лидера среди вузов страны в изобретательской деятельности. Сегодня двери в мир науки открывает перед вами Белорусский национальный технический университет. И мы поздравляем вас с вашим новым званием. Первокурсник БНТУ 2015. Нашему университету исполняется 95 лет. История БПИ, БГПА, БНТУ соткана из судеб нескольких поколений, ежедневного труда новаторов-профессионалов и жаждущих знаний талантливых студентов. Она создана выпускниками политеха, известными учеными, государственными деятелями, руководителями научно-исследовательских институтов, крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира, и ежедневного труда высококвалифицированных специалистов. Сегодня, открывая новую страницу истории БНТУ, мы приветствуем почетных гостей, присутствующих на празднике. Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь, выпускник механико-технологического факультета БПИ 1977 года, почетный выпускник БНТУ Леонид Васильевич Анфимов. Заместитель председателя
председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Выпускник машиностроительного факультета ППИ 1973 года. Почетный доктор БНТУ Анатолий Максимович Русецкий. Первый заместитель министра образования Республики Беларусь, доктор технических наук, профессор Вадим Анатольевич Богуш. Секретарь Минского городского комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи. Депутат Минского городского совета депутатов 27-го созыва. Председатель постоянной комиссии по молодежной политике и связям с общественными объединениями. Выпускник строительного факультета БНТУ 2006 года Юрий Валерьевич Чичукевич. Вице-мэр города Харбина, Китайская народная республика Чжан Сян Ю. Директор Института Конфуция БНТУ по науке и технике, профессор Лю Ю Ин. Проректор по научно-исследовательской работе и международному сотрудничеству Таджикского технического университета имени Асими, кандидат технических наук, доцент Ильхом Тимурович Амонов.